В региональном правительстве чествовали самых умных и самых талантливых. Более 30 школьников, учащихся профессиональных лицеев и студентов получили дипломы из рук главы региона. В 2012 году эти ребята стали победителями и призерами всероссийских конкурсов и олимпиад. Некоторые даже прославили свои учебные учреждения на международном уровне. Напомним, что премии для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта образования вручаются с 2006 года. Губернатор поздравил дипломантов и выразил надежду, что кто-то из ребят в будущем поступит на государственную или муниципальную службу. В современных условиях, когда мир становится иным, с каждым годом мы это видим, чувствуем. Конечно, молодым людям отводится особая роль, и пройдут годы, как вам придется брать ответственность на себя за всю страну, за наш регион –